Егорский боксер Алиса Шарифов завоевал серебряную медаль на международном турнире «Белград-Винер-2021». В Сербии завершился один из старейших турниров. В этом году он прошел в 58-й раз. За медали боролись 28 россиян, это как представители национальной команды, так и Центрального спортивного клуба армии. Попали в число участников и двое югорчан – Алиса Шарифов и Ярослав Дороничев. В весовой категории до 69 килограммов успех улыбнулся боксеру из Октябрьского района. Алиса Шарифов уступил в финале и завоевал серебряную медаль. По итогам турнира россияне завоевали 16 наград и заняли первое общекомандное место.